Нет, не новая игра. Нет, нет, мисс Клик. Ладно, нормально все. Так, пацан. Да, это интерфейсная особенность хреновая. Видели, я не туда наводил мышкой. О-о-о, видите, где мышка, а где новая игра? А? Видели? Смотрите. Сейчас она на настройках. Я медленно веду курсор наверх, смотрите. Медленно. Вы смотрите? Вы видите? У вас картинка есть? Картинка вроде есть у вас. Видите? Где настройки, где курсор? И я медленно веду его наверх. И что происходит? Видите? Сразу минус игре, сразу минус. А ты прошлый соус тоже на клаве проходил, да? Майкер и кольцо. Пройти Elden Ring, не прокачивая ХП выше 15 уровня? За 100 жизней? Получая за каждого побежденного босса по 15 пов... О, что? Похоже на челлендж. Пройти Elden Ring, не прокачивая ХП, уже нравится. ХП для слабаков. Выше 15 уровня, за 100 жизней, как в Думе, получая за каждого босса поверженного... То есть на каждого босса у меня в среднем по 15... О-о-о! Самая легкая десяточка в моей жизни. Просто не бойтесь, ребята, пополняйте. Средства пойдут на добро. Короче, церковный разведчик, предпочитающий действовать скрытно. Что? Нет. Какое скрытно, ребят? Не, давайте самурая. Топ-2 самурай. На самом деле можно модернизировать челлендж. Я вообще не планирую погибать. Давайте сейчас дисклеймер этот сделаю. Как там? Вот. Сурион активировал премиум. В левом нижнем углу вы видите счетчик смертей. На данный момент он 0 и больше не будет. Вот, поэтому. А как мне оружие поменять? Ой-ой-ой. А можно уйти? Не, нельзя уже уйти. Ага. Блин, хреново. А чё так? О-о-о-о! Что, блин? Так, давайте-ка попробуем из лука пострелять по нему. Я повторяю простые... О, у него щит! Серьезно? Приехали. Так, ну эта смерть, насколько я понимаю, не считается, да? Вообще считается. Ну, он типа скриптовый, но его можно убить, как и в Секира с первого босса. А, мне не написали, вы погибли. А, я не погиб. Не, я не погиб тогда, нормально все. Так, ладно, давайте еще разок. Короче, я попробую стартануть. Пока не пройдешь игру, выходить нельзя. Угу. Не, я хочу пострелять по нему немножечко, посмотреть за движениями. Понятно, что его можно убить любым классом, даже первого уровня. Это ж классика Dark Souls. Почему метка с... Да можно мне... Я нажимаю Escape, выхожу в меню. Игра не ставится на паузу. Охренеть. И меня уже убили. Да вы издеваетесь, подожди. Можно сделать так, чтобы таргет не сбрасывался по любой причине. Вот, прыжок. Самое... Ой, нет! Самое простое разводить его на прыжок. Так, я понял тебя. Так, сколько же мы там стрел потратили, а? О, пульсик уже, 89, нормально. Ну, любопытно, что за этого босса... А вдруг дадут экспы? А вдруг дадут предмет? Потому что, наверное, 95% людей на этом боссе говорят: а! Я же это самое, не погиб. Ну, в смысле, продолжаем играть дальше и все. Ах ты, смотри, как... Ах ты, пес. А, застреляем. Мы у него почти половину здоровья сняли. Из расходов 12 стрел из 30. Блин. Что это? Опа. 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 О, у него стойки еще разные. Слышь, а что так вообще? Я не понял. Это нормально, ребят? Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо припечатал. Я думал, выстрели, успею перекатиться. Успел.
Ай-яй-яй-яй-яй, карамба. О, вот оно. О! Танцор, диско. Извините, ладно, довели второй раз его до второй фазы. Ага. Правая кнопка мыши. Проверим. Ну все, я готов. Охренеть! Да как так-то? Блин, так я тебе... Ля какой. Я забыл, что он в любом случае делает такой в тебя. Такой рывок. Между нами было 30 метров. Вообще его не смутило абсолютно. Так, если что, ребят, если я вас где-то бешу, например, там... Вот когда так делаю, вы пишите. Потому что я же не знаю, что вы там слышите, в конце концов. А у меня что-то... Просто урон возрастает, что ли? Да я же жал! Ой, я же жал! Ребята, ну это... Как сказал бы Мантич? Что он бы сказал? Кто знает? Правильно. Динамика положительная. Динамика положительная. Нет! А-а-а! Извините. Надо помужественнее мне орать. Вот так. На пару октав пониже. А, маны нет. Мана-мана. То есть мы можем... Ап-парам-парам-пам. Почти убил. Капец, неудобно. Умри, сука. Еще нет. Давай, 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 давай. Yes, просто. На-на. Это было не так сложно. Узорчатый меч. О, с узором меч. Дали, дали. А вы мне дали, если вы не убили его. А, мне дали. А. Гриб без смертей пройдем. О-о-о. Золотой щит с гербовым зверем. О-о-о. И дали душ! Ребята, дали душ, показываю! Вот подо мной, видите? О, души! Вообще! Так, ну что, и кто, кто что? Есть замечания у вас, какие-то рекомендации, не знаю. Теперь осталось научиться играть с мечом.